Всем привет! С вами Ирина Сорокина и шеф-повар Веня. Сегодня мы будем с вами готовить розочки из слоеного теста с яблоком. Это очень легкий рецепт, очень вкусный и очень красивый. Делается он из слоеного теста, так что если вдруг к вам внезапно должны прийти гости, и у вас в холодильнике есть слоеное тесто, вы всегда без труда сможете приготовить этот рецепт. И удивите своих гостей, друзей, знакомых, потому что это очень вкусно и очень красиво. Так что давайте приступим и будем делать наши розочки. Итак, приступаем к приготовлению наших розочек. Что нам для этого понадобится? Яблоки зеленые, но лучше даже красные. Просто у меня есть зеленые, но с красными еще красивее получается. Значит, зеленые яблоки, сахарный песок, где-то 4 столовые ложки. И сюда мы нальем еще водички и растопим, то есть сахар. Будет сахарный сироп. Так, и тесто. Тесто у меня уже разложено. Так, и начинаем приготовление розочек. Значит, я беру вот такую вот штучку, это для пиццы, да, ножик, чтобы аккуратно, ровненько разрезать. И мы разрезаем вот такие полосочки. Примерно сантиметров. 1, 2, 3. Ну, 3,5 сантиметра. Вот такие полосочки. Сейчас мы очистим яблоки и нарежем их. Для очистки яблок я беру вот такой нож специально. Специально, чтобы удалить из него сердцевину. Очень удобная штука. Вот так мы это делаем. Раз, раз. Вот, видите, здесь так. Очень удобно. Опа, вытащили. Так, теперь мы берем, разрезаем яблоко пополам. Вот так у нас получилось. И аккуратно, тоненькими дольками начинаем нарезать. Вот долечки прям вот такие тоненькие должны получиться, видите? Аккуратненько вот так нарезаем. Тем временем на плиту я поставила воду, в которой были 4 ложки сахарного песка. И довела до кипения. Теперь туда мы сейчас опустим наши яблоки. Вот так. Яблоки я опустила в сахарный сироп. Довела до кипения и проварила где-то еще примерно 2 минуты. Но вы смотрите, чтобы вот они немного обмякли, но не развалились, но слегка стали мягкие, чтобы они смогли согнуться. Яблоки я выложила на тарелку и остудила. Теперь мы наши яблоки выкладываем на наше тесто вот таким образом. Вот так. Один на один накладывая такие полосочки. Вот так вот выложили и аккуратно вот так начинаем закручивать наше тесто.
получаем вот такую розочку. Также еще раз проделываем. Значит, так, накладываем аккуратно. Одну на одну, на полосочку сверху. И аккуратно закручиваем. Вот так вот валиком просто скручиваем. Немножко можно подправить, если у вас выскакивает. Вот такая розочка, видите? Вот так вот немножечко вы ее расправьте. Лепестки немножко расправьте. Вот так получается. Розочки мы отправляем в духовку. Вот такие розочки у нас получились. Вот такие красивые. Зеленоватые. А если вы будете делать с красным яблоком, соответственно, верхушечки будут красненькие и будут вообще очень красиво. Всем приятного аппетита. Делайте розочки, кушайте. Всем пока!